Привет, друзья, меня зовут Антон. Я приехал на библейский курс из Челябинска сразу после реабилитационного центра. Я думал, что я знаю о христианстве все, ведь я каждый день читал несколько раз Библию, я каждый день молился, я считал себя конкретным христианином. Думал, что первый курс это так, просто я буду сидеть там и числиться. Я понял, что я не знаю о христианстве ровным счетом ничего. И это была конкретная инструкция для моей жизни. Если ты еще решаешь, ехать тебе или не ехать, если ты боишься, что ты не найдешь жилье в Москве, посмотри, сколько домов, ты по-любому найдешь себе место. Если ты переживаешь, что у тебя не будет денег или работы, я тебе скажу, что Бог то, что заказывает, Он то и оплачивает. У меня ни разу не было, что у меня были пустые карманы. Бог, Он верный. Приезжай.